показательный номер, посвященный великой победе нашего народа. Гимнастки со всего Подмосковья показывали свое мастерство 3 дня. С 10 по 12 мая проходил турнир по художественной гимнастике «Цветущий май». Это очень душевный, классный турнир, который традиционный, проходит больше 20 лет. И мне кажется, для всех это такая вот, для пушкинских детей отдушина. Все очень любят этот турнир. Екатерина Селезнева тоже выступала здесь. Теперь она в качестве члена жюри. Для девочек это мотивация и пример, к чему нужно стремиться. Ежегодно для участия в турнире съезжаются гости со всего Подмосковья. В этот раз были еще и представительницы из Нижегородской области. Всего более 300 гимнасток показали свои таланты. Многие девочки представляли новые программы. Более артистичные, более усложненные. Так как художественная гимнастика не стоит на месте, постоянно развивается, соответственно, и наши программы тоже усложняются. В турнире принимали участие гимнастки, которые уже получили спортивные разряды. Эти девушки могли не только подтвердить свои титулы, но и повысить звание. Именно за этим и пришла Елизавета Походня. Пока девушка – кандидат в мастера спорта. Расскажи еще, какие у тебя были элементы, что было самое трудное? Ну, наверное, поворот в планше. Что это такое? Это, ну, вот так вот нога, и ты крутишься там несколько, 4 оборота. Вот. Ну, прыжки тоже подряд, комбинации. То есть 5 прыжков, например. А что тебе это дает? Ну, мне лично от упражнения я получаю от этого кайф, комфорт. Мне очень нравится этим заниматься. Гимнастки соревновались сразу в нескольких дисциплинах. Они показывали номера с такими элементами, как мяч, обруч, лента и булавы. Булавы, мне кажется, это мой как бы фаворитный предмет, мне он легко дается. Вот. Ну, готовились мы были с утра на тренировках, вот, потом вторая тренировка, вот. И так 5 дней в неделю. Это очень незабываемо, особенно когда делаешь это на ковре при всех. Но также надо сосредоточиться и не растеряться, и сделать все хорошо. Да. Все получилось? Да. Всех участниц оценивали члены жюри. В первую очередь смотрели на технику исполнения, сложность элементов и артистизм. Поздравить девушек с завершением турнира пришел депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Андрей Ломов. Теперь хочу лично сказать, вот, это будущее должно быть участник данного мероприятия. Сегодня мы не просто так пришли. Я восхищаюсь каждым ребенком, который здесь демонстрировал свои навыки, свои умения. Пожелать вам хочу только успехов, новых побед. На церемонии награждения девушкам вручали кубки, медали и памятные призы. Впереди у гимнасток лето. Это период перерыва в соревновательном сезоне. Время, когда можно исправить ошибки и отточить свое мастерство. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяньков, Яков Глейзер. Новости Большого округа.